Best Western Hotels and Resorts переживает в России новое рождение вместе с ребрендингом, призванным подчеркнуть уникальность отелей, входящих в глобальную сеть. Компания наращивает свое присутствие и в русскоязычном сегменте. На минувшей неделе флагманский отель сети на территории СНГ Best Western Plus Vega Hotel and Convention Center принимал гостей, собравшихся на презентацию обновленного бренда. 4100 отелей в более чем 100 странах, 70-летняя история, высочайшие стандарты и безупречная репутация сети. Именно это ценят во всем мире как корпоративные клиенты, так и индивидуальные туристы. И именно это вызывает живой интерес к бренду со стороны отечественных топ-менеджеров и турагентств и бизнес-сообществ в России, пришедших на встречи для знакомства и построения рабочих отношений. Carlson Vogali Travel, Bayer, Броневик, Maximize, Aeroclub, Biblioglobus, Hotelbeds, Etihad Airways, Russian Tour Bureau. Как обычно это бывает, лидеры рынка первыми чувствуют ветер перемен, который в гостиничной индустрии с расширением присутствия Best Western в России уже не за горами. Кристина Малхазова, представитель Best Western в России и СНГ, отмечает, что помимо уже успешно работающих под брендом отелей в Москве, Севастополе, Тюмени, Калуге, Иваново, Тбилиси, Алма-Аты, Кишиневе, готовятся к открытию гостиницы в Санкт-Петербурге, Астане, Киеве и других городах. Эксперты единодушно прогнозируют рост популярности бренда на российских просторах. И причины очевидны. Франшизное предложение Best Western Hotels and Resorts на сегодняшний день является уникальным сочетанием цены и качества среди лучших международных операторов. Как отмечает исполнительный директор сети Карл Дзи Лейси, вместо традиционно жестокого контроля и высоких операционных расходов, характерных для большинства международных сетей, Best Western дает отелям высокие стандарты качества, продающее имя и помощь в бизнес-процессах. Глобальная программа лояльности, действующая во всех отелях сети и насчитывающая более 23 миллионов участников, по своей эффективности входит в тройку лучших программ в мире. Возможность работы с самыми распространенными системами GDS, комиссионные и некомиссионные тарифы для корпоративных клиентов и особые статусы – все это дает независимому отелю уникальные сетевые преимущества без потери лица и своей самобытности. Многочисленные международные награды уже давно закрепили за Best Western статус лучших отелей в сегменте Mid-Price и Upper Mid-Price. Best Western Hotels and Resorts. Стать частью лучшего в России теперь стало еще проще.